Это «День города», в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Заразная пирола. Под вид штамма коронавируса снова захватывает регионы. Поймали за пару часов. Нападавший сегодня на рязанских школьниц задержан полицейскими. Абонемент в прошлое. В историко-архитектурном музее анонсировали литературный экскурс. За минувшую неделю заболеваемость ковидом в России выросла на 48%, а число госпитализаций на 20%. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Число госпитализаций увеличилось в 42 субъектах страны, в целом заболеваемость в 70. В Рязанской области за период с 11 по 17 сентября заболеваемость коронавирусом выросла почти на 57%. Речь идет о новом штамме вируса омикрон пирола, который, по словам специалистов, может обходить ранее приобретенный иммунитет. В школах нескольких регионов страны уже ввели масочный режим и частично перевели школьников на дистант. Масочный режим ввели и в федеральном Минфине. Что же касается всей территории страны, то, как пообещали в Роспотребнадзоре, сделать ношение масок обязательным пока не намерено. Новый пик заболеваемости эпидемиологи ожидают уже в ноябре. История с нападением на учениц 75-й и 71-й школы, о которых с утра сообщали рязанские паблики, была оперативно пресечена сотрудниками полиции. Нападавший задержан. Все подробности у Кристины Бочкаревой. Этим утром едва не обернулась трагедией дорога до школы для двух девушек. По словам очевидцев, неизвестный в маске и перчатках с разницей в несколько десятков минут напал на учениц 75-й и 71-й школ. Начал душить. Это заметили проходившие мимо рязанцы, и девочек удалось отбить. Несмотря на то, что нападавший скрылся, полицейским его удалось задержать весьма оперативно. Сегодня в полицию поступило сообщение, что в Октябрьском районе города Рязани неизвестный совершил противоправные действия в отношении двух девочек, учащихся средней школы номер 75. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела МВД России по Октябрьскому району по горячим следам задержали 16-летнего учащегося одной из школ города Рязани. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка. Зеленый бомбер, темно-синие джинсы, строительные перчатки, черные ботинки, медицинская маска. Таким он предстал на камерах видеонаблюдения. Маскировка, впрочем, не помогла. Рязанцы оказались бдительными и, по их описаниям, так называемого маньяка скрутили. По некоторым данным, им оказался 16-летний школьник, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Видел, что очень много полиции было, полицейские машины были с утра здесь. Вот. А так вот, чтобы воочию увидеть, нет. Слышал. И слышал, что вот в нашем магазине, вот тут около Сбербанка, женщина, у них родительский чат 75-й школы. Сказали, что поймали мальчишку, ученик 9 класса, какой школы неизвестно, состоит на учете в психушке. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе и причастность нападавшего к другим преступлениям. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». О безопасности, в том числе и на дорогах, напомнили рязанцам и сотрудники ГИБДД. Во время Всероссийской недели безопасности они раздавали жителям города световозвращающие элементы. Подробнее Валерий Седов. Мы обращаем внимание родителям на использование световозвращающих элементов в темное время суток. Вот я очень пристально и долго смотрю на вашу коляску. Мне кажется, она вообще не оборудована световозвращающими элементами. Ну, да. На самом деле это очень небезопасно, особенно сейчас в осенний период, осенне-зимний. Да? Поэтому вот, мы вам даже готовы вот такой, например, браслет в подарок. С таким маленьким браслетом в темное время суток коляску будет видно издалека. Это световозвращатели. И сегодня сотрудники госавтоинспекции раздают их самым юным участникам дорожного движения – школьникам. Сегодня в рамках недели безопасности дорожного движения совместно с партнерами мы подготовили для юных участников дорожного движения световозвращающие элементы в виде браслетов, значков, брелков. Мы обращаемся буквально на каждой детской площадке к участникам дорожного движения, в первую очередь к родителям, к мамочкам и папочкам, что ребенок должен быть в безопасности и на проезжей части его должно быть хорошо видно всем участникам дорожного движения.
В госавтоинспекции рассказали, что осень – один из самых опасных сезонов. Темнеет раньше, пешеходов больше. И далеко не у всех на одежде или рюкзаке есть стандартные световозвращающие элементы. Поэтому инспекторы напомнили, как правильно их крепить. Обычно одного световозвращателя бывает недостаточно. Нужно, чтобы световозвращатель был и на передней части, желательно на задней и на боковой. Ну, если мы говорим, например, о браслете, который будет одет на две руки, то, наверное, этого и будет как раз достаточно, чтобы было видно с разных сторон. Пока погода позволяет, часть ребят добирается до школы на самокатах и велосипедах. Транспорт свой тоже нужно оборудовать, хотя бы катафотами. Вот так прям смотри, на руль прикрепить, и будет тоже хорошо заметно в темноте. Световозвращающие элементы можно повесить и на детскую коляску. На всякий случай. Прямо с российской недели безопасности проходит такое мероприятие, как для ФИЯ. Вот. Вы сейчас, конечно, с колясками, да, но смотря на них, отсутствуют световозвращающие элементы. Это очень опасно, когда вы передвигаетесь с ними в темное время. Вот. Поэтому хотелось бы добавить вам такие элементы яркие. За чертой города пешеход без световозвращателей может схлопотать штраф 500 рублей. В городе же штрафовать не будут. Это уже личная ответственность каждого родителя. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Партнер программы «День города» – выставка продажи икра и рыбы «Камчатская». До 23 сентября включительно возле торгового центра «Премьер». Не пропустите. В год педагога и наставника межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир» пройдет в Рязанской области с 5 по 7 октября. Он объединит профессионалов книжной отрасли, специалистов сфер науки, культуры и образования, да и вообще всех книголюбов из России и ближнего зарубежья. Центральное событие фестиваля – книжная выставка-ярмарка. А в этот раз свою продукцию представит 69 российских издательств из 12 регионов страны. Это Москва и Питер, Орел, Липецк, Сыктывкар и даже Донецк. Больше 5000 книг и другой полиграфической продукции разместится на 750 квадратных метрах экспозиционной площади библиотеки. Но если выставка-ярмарка – мероприятие традиционное, то вот литературный конкурс рязанцам в новинку. В канун столетия Бориса Можаева межрегиональный фестиваль, конкурс «Хозяин земли». Это конкурс на лучшие эссе, посвященные нашему родному краю, России. Мы хотели бы сделать этот конкурс, фестиваль, в рамках фестиваля традиционным. И начинаем мы его в столетний юбилей Бориса Можаева. Согласитесь, что это красиво. И замечательно, что уже в первый такой пробный наш конкурс 33 региона откликнулись и стали участниками. Ежегодный фестиваль «Читающий мир» – это десятки издательств и издающих организаций, насыщенная культурная и даже детская программа. На три дня с 5 по 7 октября Рязань станет точкой притяжения издателей, писателей и экспертов всей страны. Литературные праздники, презентации новых книг и журналов и встречи с писателями – это только часть прогнозируемых мероприятий. Гостем нашего фестиваля станет блистательная поэтесса, общественный деятель, член Союза писателей России, член Союза писателей Донецкой Народной Республики Анна Ревякина. Она приедет к нам с творческой программой. Сотрудники Горьковки обещают, что рязанцев и гостей города в этом году ждет яркая и насыщенная программа. Узнать расписание всех событий можно на сайте библиотеки и в сообществе «Фестиваль национальной книги «Читающий мир» ВКонтакте». В музейном центре имени Александра Солженицына рассказали о так называемом литературном абонементе. Директор Рязанского архитектурного музея-заповедника Виталий Попов и его заместитель Елена Чумичева пообещали новые встречи с известными именами. Литературный абонемент – это цикл встреч, посвященных известным литераторам, родившимся в Рязанской области или связанным с ней. Так, 7 октября в 16:00 горожан приглашают узнать больше о Сергее Есенине. 28 октября – о Надежде Хвощинской. 18 ноября в 16:00 пройдет встреча, посвященная Якову Полонскому. Завершится цикл 9 декабря программой об Александре Солженицыне. Лекторами станут сотрудники Рязанского историко
историко-архитектурного музея-заповедника и преподаватели Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. Кандидаты филологических наук Ирина Грачева, Александр Сафронов, есениноведы Елизавета Опалькова и Алла Николаева, а также доктор наук Татьяна Федосеева. Яков Петрович Полонский, на мой взгляд, на сегодняшний день недооцененный российский поэт, поэт, который в XIX веке входил в топ-десятку российских литераторов. Сегодня, к сожалению, ни в школе, в средней мы не услышим этого имени. И как бы заполняя эту лакуну, пытаясь, так сказать, восстановить справедливость, мы определили его одним из персоналей нашего абонемента. Речь пойдет не только о его творчестве, но и о музейной коллекции, которая, на мой взгляд, является уникальной в том плане, что начала она формироваться еще в XIX веке. Кроме рассказа о литераторах, гостям покажут экспонаты из фондов Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Одним из них станет рукопись сборника «Больные думы», который впервые представят публике после реставрации. Также рязанцев ждут концерты. Лауреат всероссийских и международных конкурсов Антон Белоусов исполнит фортепианные пьесы второй половины XIX века. Романсы на стихи Якова Полонского исполнят солисты музыкального театра. О Солженицыне расскажет артист государственного областного тюза Владимир Баранов. Новый абонемент – это новые встречи с именами, о которых вы, конечно, знаете. Но я уверен, что узнаете еще больше. Абонементы платные. Авторы лучших вопросов экспертам получат подарки из здания музея-заповедника. Икра и рыба камчатская. Выставка-продажа возле торгового центра «Премьер» уже зарекомендовала себя с лучшей стороны, поэтому каждый раз у их прилавка нескончаемая очередь. Не пропустите и вы. В описаниях пиров и обедов царей с князьями и прочими аристократами наряду с осетриной частенько упоминается белорыбица. Балык этой рыбы, ботвинья с ней, были желанными гостями на столах гурманов. Она занимала важное место в питании жителей Российской империи. Белорыбица потому и белорыбица, что мясо ее белого цвета очень вкусное и питательное, исключительно нежное и жирное. Деликатес из деликатесов по своей ценности находится сразу за осетрами. Белорыбица обладает массой полезных свойств. В ней содержатся жирные кислоты, которые снижают уровень холестерина в крови. Эту рыбу можно людям, у которых проблемы с желудочно-кишечным трактом. Она помогает при заболеваниях щитовидки, а также невероятно вкусная. Продукт действительно считается очень полезным для людей с заболеваниями щитовидной железы, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, костей и суставов. Детям рекомендуют добавлять в рацион для профилактики рахита, беременным как источник полиненасыщенных жирных кислот и витаминов, которые способствуют правильному формированию нервной системы плода. Тем, кто хочет избавиться от лишнего веса, врачи также рекомендуют мясо белорыбицы. Рыба хотя и жирная, но малокалорийная. При этом содержание белка очень высоко. Кладезь витаминов эта рыба еще и обладает неповторимыми вкусовыми качествами. А вот отыскать ее на прилавках совсем непросто. Это большая редкость, потому многие из покупателей и пробуют ее впервые благодаря выставке-продаже. Качество. Очень вкусная продукция. Всегда хорошего качества, свежая. Даже в жару никогда на плохую продукцию не попадала. Нравится, я красную рыбу всегда беру. В общем, каждый приезд, я всегда здесь. Вкуснятина! Да? Да. Как вы пробовали, какая больше вот понравилась? Вот, белорыбица. 3 года служила на Камчатке с мужем. Сама делала, он мне вот такие рыбы приносил, ходила на рыбалку. И, в общем, короче говоря, и покупала эту продукцию, и знаю, что лучше камчатской продукции нету. На выставке продажи икра и рыбы камчатская разнообразие выбора. Это и кижучи, нерка, и чевыча, и белорыбица, рыба горячего и холодного копчения, без заморозки, а также красная икра высочайшего качества возле торгового центра «Премьер». Продлится продажа до 23 сентября включительно. На этом у нас все, еще больше новостей на нашем сайте www.город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 18 по 23 сентября. ТЦ «Премьер».